Германии достаточно длительные, многовековые традиции авторской песни. Ведь вот знаменитые песни Ваганта, песни Бурши и так далее. И надо сказать, что так же, как и в России, в последние десятилетия в Германии тоже расцветает авторская песня. Причем авторская песня в Германии носит отчетливо выраженный протестный характер. Один из ее наиболее ярких представителей – знаменитый человек Вольф Бирман, который, кстати сказать, переводил на немецкий язык Акуджаву, но по его собственному заявлению он ближе по духу не к Акуджаве, а к Владимиру Высоцкому. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. С появлением наших соотечественников в Германии здесь пышным цветом расцвели клубы самодеятельной песни. Мы беседуем с одним из руководителей русского песенного движения в Германии, Ильей Тимаковым. Культурный обмен происходит, на мой взгляд, даже если не более, по крайней мере, не менее активно, чем в Израиле и в Америке.